Привет, ребят, на канале AgroLife. Обработка почвы в нашем деле очень важна. Ух, смотрите, птичка. Фазанчик. Сад тут классно, можно яблочки покушать. Только что два съел в преддверии ужина. Уже наелся. Обработка почвы в нашем деле очень важна. Поэтому, я думаю, не лишним будет видео. По обработке мы обычно обрабатываем ассистентом, вы видели. Очень достойный диски ассистент. Но сегодня мы поговорим не о нем и посмотрим не его, а лазерские машины. Ну, все его называют Дукат. Ну, что-то на нем нигде не написано, что он Дукат. Поэтому, ого, сколько яблок. Смотрите, сколько яблок. Угу. На полу валяются. Самые вкусные всегда на полу валяются. Ой. Так, ну я уже наелся, уже не буду это яблоко пробовать. Я там, вот такие как горох, ну вкусные. В силу того, что сломался Т-150, у вас есть возможность посмотреть на обработку дисками Дукат. Они у нас уже лет 5, о них отзыв только хороший, положительный. Надежная машина. Кроме стоек, ничего из строя не выходило. За эти 5. Ну, я точно не пону, около 5 лет. Они тянули все наше хозяйство раньше. До появления ассистента. Кашу делают. Здесь было пройдено рубящим катком. До этого. А что Олег мочит? У него там еще загонка осталась. Давайте пробежимся с вами. Дабы поймать одним кадром все. О, ну бывает. Это нормально. Разнервничался. Увидел камеру. Разнервничался. Ну, обработочка, видите, гуд. Вот. Значит, здесь было сделано рубящими катками. Люди нам помогли. У нас нету своих рубящих катков. На 90% они перебили палку. На 90%. Здесь было мягко, но прошел ливень. И пошли зеленые всходы. Ну, как бы... Получается, если ходишь левой и стороной, задний диск засыпает ямку. А если правой, то ямка остается. Делаем минимальную глубину. Сеялка наша лезет. Как бы, ну, незачем ковырять, высушивать землю. Ну, не будем мы ее ковырять, высушивать. За вот эту зелень. У меня вообще такое мнение. Ну, зимой она вымерзнет. Что ее убирать? Чего там страшного нету? Посеяли бы напрямую и все. И без всяких глифосатов и всего остального. А вообще, если честно, у кого эти, да, партнеры, вот эти, ну, посевные лапные комплексы, как они ведут себя по подсолнечнику? Мне интересно, ну, не забивается, не горнет, как... Вот культиватором здесь не получилось культивировать, и даже по рубящим катком. А вот интересно так, чтобы, ну, по такой... Можно партнером с лапным зайти посеять? Но он, наверное, дисковый не бывает, партнер. И дисковый то посеет, а лапный.
Ну, я считаю, вполне достойная обработка получается. И при том, что тут палка была неимоверная, неимоверная. У меня, если получится, я вставлю выше меня ростом. То есть 2.30, 2.20 тут была палка. У меня ростом 1,85 м, наверное. И просто на момент уборки уже шляпы висели, ну, головки висели. И получилось, она немножко как бы меньше. Тучки гуляют. Но дождя не передают. И уничтожить эту палку, ну, очень нам сильно помогли тут рубящие катки. Но рубящие катки не работают в следах комбайна. Они вообще не работают. То есть, вот, где след комбайна, видите, осталась целая палочка. Плюс я, если честно, не видел, какие эти рубящие катки с длинным ножом или с коротким. Вот смотрите, по рубящим каткам давайте быстренько обсудим. Говорят, что рубящие катки, которые вот... Я всегда думал, что рубящий каток, который с длинным ножом, да, с цельным ножом, работает эффективнее, потому что у него идут удары. Ну, вот он на оборотах, у него удары идут, 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 лупят, рубят. А недавно с другом разговаривал, с Игорем. Игорек, привет тебе, смотрит мои видео. Он говорит, эффективнее работают в шахматном и порядке, потому что они залазят в ямы там, ну, каким-то образом. Ну, в этом есть логика и суть. Вот мне, блин, вот хочется загнать на одно поле двое катков, шахматные и длинные. Дать одинаковую скорость и дать им возможность показать себя. Вот это бы было, конечно, вот это бы было, конечно, очень и очень прикольно. Так, Олег отбивает загонку, не будем его отвлекать, потому что он может неровно отбить, и потом все поле кривое, оно нам надо, оно нам не надо. Вот видите, где яма, от след от колеса, и не порубила палку. И поэтому не получилось культивировать. Культивация на вот такой палке получится. Более, ну, в этом году очень много палки, поэтому... А культивация уже на вот такой палке не получится. Никак. Плюс тут есть влага. За нее есть интерес бороться. Смотрите, сколько влаги. Это у нас одно поле такое, где прям так, прям аж как-то обидно. Что у нас остальных такого нету? Есть такие поля, где вообще нету влаги в этом году как-то. Но обычно мы сеем в засуху, ну, в сухое, в сухую землю. Поэтому, да, Олег, может, и сегодня даже и не закончит. Многовато еще, конечно. И производительность ассистента пятерочки впечатляет по сравнению с 2.5, 2.4, да? Так, сейчас посмотрим. Чем больше скорость, тем и красивее, и мельче этот камушек левой стороны. Так, ладно. Времени долго снимать нету. Надо идти сеять следом, потому что влага есть. Надо спешить. Обычно мы сеем в сухую землю и трусимся, потому чтобы не было подвешенного какого-то дождика, этой подвешенной влаги, дабы не получить рваные всходы. Здесь влага есть, я думаю, и сеялка положит во влагу. Получим мы тут всходы, никуда не денемся. А там будем посмотреть. Я сюда, на это поле, практически никогда не приезжаю. Ну, его контролирует это поле от нас 25 километров по полям. Не сильно интересно, короче, к нему ездить. Но надо. Так, ребят, спасибо, что смотрите. Нас уже больше десятки, уже можно сказать, что блогер, да? Или нет? Напишите ваше отношение к нашему, к этому делу, чем мы занимаемся. Люди по-разному к этому относятся. Приезжал там уже товарищ на Мерседесе, на грузовом, и говорит, да, я этого не признаю, что вы там блоги снимаете. Покатался в комбайне полдня, я думаю, что он скоро сам станет блогером, делиться будет своими умными мыслями. Блин, столько яблочек, скоро ужин.
будем ужинать. Так, все, пока, ребят. До встречи на канале.